Привет, друзья! Меня зовут Ларцев Максим, и сегодня я расскажу вам, что такое спортивный комплекс «Салют Гераклион». Погнали! Твои дела, как проходит зимнее первенство? Всем привет, у меня все нормально. Стартовали, конечно, не очень, но надеюсь, все продолжим в хорошем настроении. Короче, все очень хорошо, чтобы. Когда начиналось зимнее первенство, вы тренировались на песчанке, и сейчас вы тренируетесь в другом месте. Поделитесь, что это за место со зрителями? Ну, это очень хорошее место, много хороших инфраструктур есть. Спортивный зал, хорошие раздевалки, поле, ну, хорошее. Но надеюсь, что Александр Владимирович сделает намного лучше, сделает манеж, короче, чтобы было все хорошо. Ну, это ультрасовременная база, я очень рад здесь находиться. Это база управляющей компании моих друзей, с кем я играл. И огромное им спасибо за то, что очень быстро отреагировали на нашу просьбу и предоставили нам столь шикарные условия. Это поляна последнего поколения, это современное оборудование, раздевалки. То есть здесь есть все для дальнейшего роста и процветания нашей школы. Ах да, чуть не забыл, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, пишите комментарии, если хотите видеть больше подобного контента, и до скорых встреч!